Всем привет! Всем привет! У нас у Олежки обед. На обед у нас машхорда. Здесь грибочки по-корейски. Это чимчи два вида. Огурчики. У Олежки обед, у меня завтрак. А Мишутка у нас не голодный. Играет в приставку. Хлеб нужен? Да. Посмотрите, как у нас этот Алексей хлеб режет. Как колбаску. Держи. Мастер. Мастер, точно. Приятного аппетита. Спасибо. Ну? Ну? И сейчас надо прочитать 5 листов, чтобы еще сыграть. Нет! Я играл за 3 листа, 5 листов, которые были позавчера, то есть в субботу. Ага. В субботу я читал только 3 листа. Ну? Играл 1 час. Ну? И вчера, и точнее в субботу, можно было еще дополнительно. Ну? Я прочитал это сегодня утром. Дополнительное. Играл это вот за дополнительное за позавчера. Я могу еще 3 листа и 5 листов, в общем это 8 листов. И бегать еще 2 часа. А ты зачем тогда и читал 5 листов, если уже позавчерашний день прошел? Они специально оставили на понедельник. Нет, что-то ты меня запутываешь вообще. Алексей? Закрыл, Олег. Тебя показывают на весь мир. Привет, объясняй, что делаешь. Я делаю. Угу. Хочу поставить, позаряжать. Ой, аккумулятор. А то он давеча у меня разрядился из-за долгого состояние автомобиля. В общем, друзья, раз в неделю, когда Алексей выкидывал мусор, он заводил машину. Но этого оказалось недостаточно. Когда пришло время поехать по работе Алексею, у него не завелась машинка. Он свежий аккумулятор. Мы прям когда только купили машину, сразу купили аккумулятор. В 2018 году аккумулятор куплен. А я грушу кушаю. Она немножко тут, видите, вырезала тут. Очень вкусная груша конференц, такая ароматная, сладкая. Гоняйте кота, чтобы он здесь не то самое не терся, а то потом будет у вас кот с зерошными этими шерстью. Я тебе по-братски поделила. Половинку груши тебе положила. Куда? Вот сюда. Сейчас я ее отведаю. Ты детям пришел не давать? Детям я тоже положила, вон они лежат. Да. Ну-ка. Вкусно, да? Как настоящий, да. Кстати, груша конференц и груша аббат, это такое ощущение, что одно и то же. Там бочок коричневый, не кушай. И на этой неделе в перекрестке груша аббат по акции 159 рублей надо купить. Груша последняя, кстати. Одни яблоки дома остались. Алло. А там еще старые яблоки. Да. Еще, мне кажется, те, которые до самоизоляции купленные в магазине. Да, вот это яблоки, конечно. Из чего их делают? Яблоки уже 2 месяца отлежали. Ну да. А мы так с тобой в Турцию возили яблоки, да? Да, они потом в Турции 3 месяца побыли, там. И на обратном пути только мы их съели. В дороге, да. Российские яблоки везли в Турцию. В Турции они пролежали в холодильнике, и на обратном пути, когда возвращались, мы их помыли и привезли, на обратном пути съели. Прошло не 3 месяца, но 2,5. Угу. Супер, не знаю, из какой пластмассы делают эти яблоки. Да. Кстати, покажи. Или вот это жидкое мыло, хотела сказать. Жидкое мыло вот это ужасное, просто ужасный ужас. Оно жидкое. Настолько жидкое, что просто вот уплывает. Только, знаете, нажмешь на этот, как называется? Который? Не знаю, назови, пшикалка. На этот, ну, Алексей называет это. Диспенсер. Диспенсер, точно. На диспенсер только нажмешь, а все уже из рук уплыло. Запаха никакого. В общем, рублей максимум на 5 дороже в ленте. Их марка 365 намного лучше. Оно и густое, и ароматное. Я когда там Мишу начинаю там
ругать. Ты что, руки не помыл? Он мне сразу руки в нос сует, и сразу я понимаю, что он руки мыл. Да, Алексей? Да. Вот. Мы тут доедаем пидешечки. Безумная вкусняшка. Да? Угу. Салатик сделала весенний. Редиски мало, огурцов много и зелень. Всем привет. Всем привет. Вкусно. А здесь у меня, смотрите, что. Размораживаю холодильник. Меня вот так кастрюлями с горячей водой научили размораживать холодильник мои мастера. Поэтому теперь пользуюсь. Туда доску поставила. И ставлю так, чтобы кастрюля не задевала стенки никакие. Ни задние, ни боковые. Сверху, вот так снизу. И все быстренько оттаивает. Буквально за час я размораживаю холодильник, протираю, включаю, и все. Холодильник как новенький. Да, Алексей? Кто кефир будет? Кефир наливай себе, Миша. Подогрейте. У вас все расслабленный. Да. Куда ты так торопишься? Есть еще человек, который не умеет кушать пиде. Да. Ты не лопнешь, деточка? Нет. Этот, мам. Кто мне говорил, что я булки не умею есть? А теперь Миша не умеет кушать пиде. Миша не умеет кушать пиде. Ладно, не буду больше булки и пиде готовить. Друг познается в пиде. Чего? Готовь. Готовишь? Угу. Помыла уже холодильник. Вот так у меня тут все чистенько теперь. Морозилку уже затарила обратно. Вот. Ну... Не знаю, а, наверное, от старости этот холодильник уже все. Прям раз в месяц его приходится размораживать. Уже бесит. Хотя я стараюсь, вот закрыла дверцу, все, не открываю ее, потому что чем больше открываешь, тем сильнее там шуба садится. Не открываю морозильную камеру, но все равно приходится раз в месяц его мыть. Так вот. Алексей сегодня здоровался. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Ольга Станиславовна. Я тут людям включила показать хлебушек мой. Посмотрите. Что ты плачешь? Плакса. Плакса мохнатый. Плакса. Посмотрите, здесь буханка хлеба. Мягкая, мягкая. Ох, какая аппетитная. Сколько хлебушка тебе. Корочка тоже какая, посмотрите. Мягкая, мягкая. В общем, это буханочный хлеб. Я его так разложила, потому что не выдержала и уже в теплом состоянии я его нарезала, чтобы дети завтра не мучились. Вот. Это значит, у меня буханка была хлеба. Ну и есть. А это у меня поленица. Вот. Поленица почему-то такое ощущение, что более пористая. Смотрите. У тебя получается... Это хлеб в форме, да, был? А этот просто на поду, да. Растекся в размер какой. Да, хотел. Какой ему захотелось, да. Мягкий-мягкий хлебушек. Очень вкусный. Мы прям, моя семья прям счастлива, как только я пеку хлеб. Сегодня что-то мы не голодные с Алексеем, а так мы обычно одну буханку съедаем уже в 3 часа ночи. Нету одной буханки, да, Алексей? Ну, что-то 3 было, просто 2 осталось. Как всегда. Как всегда. Вот такое количество хлебушка. Друзья, знаете, как это дешево и выгодно? На такое количество хлебушка у меня ушло, ну, рублей 35. Меньше. Сейчас скажу. Ты еще брала пачку муки? Да. Ну, где 35 рублей, в общем, получается. И здесь у меня... Почти 1,4 кило хлеба. Так что пеките,
Мы, кстати, не показали рецепт этот. У нас другой рецепт есть, а этого хлеба нет. Ну, я, видишь, я еще пока не могу сама усовершенствовать этот хлеб. У меня почему-то вот буханка поленится идеальная, просто вообще без разговоров. А буханка, она сбоку вот такая, видите? Трескается почему-то. Я не могу понять почему, поэтому я пока вам рецепт не показываю. Вот хлебушек какой. Вот, как только я все это дело усовершенствую и буду печь уже идеально, я вам обязательно покажу рецепт. Да? А пока что хвастаюсь тогда, что дешево? Пока только дешево. Пока только дешево, да? Пока только посмотреть дешево, получается, зрителям. Да, пока только дешево посмотреть. Ну, в общем, не знаю, девчонки, напишите. Если вам интересно, я просто напишу количество ингредиентов и секрет того, что у меня хлеб получается вот такой, как это сказать, вот он, видите, тянучий, что ли, как это сказать? Не крошащийся, а вот он тянется, видите, такой вот. Вот если кусочек хлеба вот так согнуть пополам, сейчас это я уже подпортила, согнуть пополам, смотрите, он не ломается, видите? Такой тянущийся хлеб получается, потому что я вымешиваю в миксере в своем вот в этом не менее 7 минут. А так, если быстренько по-быренькому вымешать, то тогда он крошится. Кусок хлеба вот так пополам складываешь, а он ломается. Такой ломкий получается. Много крошек получается. И много крошек, да. Кстати, заметила, здесь не очень было много, да, крошек? Не, ну когда я резала, безусловно, были крошки. Вот. Не, все равно не очень много. Ну, в сравнении с тем хлебом, да, не очень много, соглашусь. Ну, в общем, секрет в том, что я долго-долго вымешиваю. Вот как только мука с водой соединились, вымешиваю 7 минут. Активно прям миксер мне вымешивает 7 минут. Вот. А количество ингредиентов, если вам интересно, я напишу внизу в описании под этим видео. Вот. И напишите, может быть, кто-нибудь знает, почему у меня край именно батона вот такой. Вот. Один край он идеальный получается, хороший. Верхушка тоже хорошая. А второй край обязательно вот так вот растрескается. С поленицей такой проблемы нет. Поленица идеально. Но поленица, на мой взгляд, вот даже здесь видно, да, что она более пористая, что ли. В общем, друзья, напишите, если я таки смогу усовершенствовать этот хлеб, то я обязательно на кулинарном канале его выставлю. А так, если кому-то интересно, я напишу просто по количеству ингредиентов, что чего кладем. И сможете тоже поэкспериментировать. Да, Алексей? У нас тут шумит посудомойка. Я уже тут все вымыла. Время у нас, как всегда, без 23 ночи. Кстати, хотела еще показать. Посмотрите, что нам сделала посудомойка. Разбила бокал. Такой классный бокал был. 525 миллилитров для красного вина. Очень-очень тонкое, прочное стекло. Но, видимо, как-то неудачно поставили. Сколько мы моем, в посудомойке ни разу ничего не разбивалось у нас. Таких стаканов у нас несколько. Для шампанского тоже есть, да, узенькие? И для шампанского есть, для белого вина и для красного. И вот для красного вина один бокальчик мы потеряли. Вот так. Надо будет потом, Алексей соберется мусор выкидывать, выкинуть. А в комплекте всего 4 бокала. То есть у нас осталось 3 бокальчика всего лишь. Такие дела. Так что вот такое, наверное, тонкое, хрупкое стекло теперь Алексей не будет класть, да, в посудомойку? Я не знаю, как-то его или зажимать по-другому, или чем его можно зажать, там еще стекло. Да ничем, там же под напором бьет посудомойка, и он в любой момент перевернется, ты ничем не зажмешь. Да, или он что-то или перевернулся, и даже не знаю, какой из бокалов, надо у Олега спросить было. Они все рядом стояли, может, один об другой ударился. Ну, может быть. Что ты, малыш? Что ты, мяу? Ладно, в общем, отключаюсь. Вот такие у нас дела. Я уже все убрала и иду на заслуженный отдых. Вот у нас сколько времени. Без 15:03 ночи. А Алексей монтирует видео. Вот. Ему еще работать и работать. Да, Алексей? Ну, он выспался, он только что проснулся час назад. Все, пока-пока, скажи.
Чё? Скажи нормально. Пока. Тимоша, он и то громче говорит, да, Тима? Что Тимоша? Тимоша. Тима, где мама? Тима. Мяу. Вот какой у нас горластый малыш, да? Вот, пока-пока, Тимоша вам говорит.